Сегодня угроза гораздо больше. Сейчас вся Азия готова обрушиться на нас. Гигантская армия, в которой людей больше, чем во всей Греции. Армия варваров. Кровожадных, мстительных, безжалостных. Это не значит, что мы должны склониться перед ними, но следует знать врагов, знать, в чем их сила. Запомните, сила их только в единстве. Единство! Оно может разрушить Грецию, если не противопоставить ему единение нашей эллинской нации. Единство подлинно свободных людей. Граждан, борющихся вместе, должно остановить или надолго задержать угрожающие движения тирании.